ракурс. Едет Toyota Land Cruiser 50 SK02 SC. О, они прям по самому краю что-то. Газель сейчас тоже спустится. Так, ну склон тут, я вам скажу, прям такой нормальный. Офигеть. Если так смотреть. Lexus тут мой явно не проедет. На кроле спускается. Еще и поднимается. Слушай, сейчас их можно взять? Будет. Во-первых, они все коцаны, заверно, там поцарапаны есть. Лабаш разбита. Они же сделают. Не, уже не можно куда-то взять, тоже какие-то говно, уже не так опасается. Давай возьмем, у нас и поедем. Заедем через этот, выйдем через бортогайд. Я прав не знаю. Ну, если сейчас Игина встретим, может спросить. А к нам приближается легендарный Toyota Land Cruiser Prado. Последняя его реинкарнация. Работают системы помощи водителю. И автомобиль спускается. Прикольно. Вот в таких тяжелых условиях мы пилим контент. Это попадет все не на основной канал, наверное. В принципе, если Денчик попадет с лысой головой, как колобок, покатится вниз.
на месте разворачивается. Так, сейчас по ступенькам поедем. Да, вот такие вот ступенечки тут есть. На своей машине нельзя здесь проехать? После того, как мы проведем тест-драйв, да? Трасса, в принципе, останется, если вы договоритесь с хозяевами этой территории. Че, Lexus испытаем? Да лучше на осы поедем. Че, едем? Страшно, что ли? Да нет, совсем не страшно. Спорим, ты тут Lexus оставишь, если поедешь на нем? Конечно, оставлю. То есть, видите, система сработала, и машина тронулась дальше. То есть, больших пробуксовок не было. Здесь мы переключим роу-контроль и поставим режим... Чуть бока. Ой. А это так. АБС-ка сработала. Это да. Что? Щебень. И едем дальше. То есть, система не дает машине сильно пробуксовывать и закопаться. Теперь на камни? Здесь сейчас мы переключим на крупные камни и продолжаем движение. А он не автоматом, да? Автоматически? Нет, переключаешь режимы, и машина уже автоматически подстраивается под то или иное покрытие, под тот режим, который вы выбрали. Ровненько держим, смотрим по камерам, потихонечку забираемся. Ровненько. Руль просто держим, не нужно его в разные стороны. Я же не чувствую. Тормозим. Стой. Потихонечку. Тихо. Что ты легкая видишь? О, поехали. Здесь мы включим Cruise Control. Эта система работает автоматически. У нее есть 5 режимов скорости. И задний винт еще. Все, отпускаем тормоз, не газуем, просто рулим. Машина едет сама. Cruise Control, не газуем, она. Я ничего не трогаю. Нет, руль держать надо. Она сама, к сожалению, совсем еще не ездит. Очень жаль. Вот, это. Проще говоря, это круиз-контроль только для бездорожья. Вы выбираете направление, задаете скорость, выбираете режим дорожного покрытия, и все, и машина сама едет. Надеюсь, она не протекает? 70 Нет. сантиметров. Здесь глубина 70, 80, 60, то есть 50 в разных моментах. Они их навозят. Винт включай задний грибной. Все, газ не на ничего, она сама едет, да? Да, она сама едет, все, не нужно ничего там. Плывет. Нет, она едет. Система KDSS, это вот поперечные вот эти вот стойки стабилизатора гидравлические. Ой, у нас вода-то выше дверей, да, получается? Да. То есть... Выше порогов вода. Выше порогов, выше, да. Выше порогов. По сути, если дверь открыть, то зальется, да? Не открывай дверь. Нет, я не собираюсь, я так просто говорю, конечно, а так прям вот она. Офигеть. Ну, классно. Че, хочешь на Лексусе проехать? Нет. Все, желание пропало? Да. Будем. Ай, нас заливает тут. Где? Да, протекло. Водичка потекла. А, мы тонем, Евгешка, оттопи. Мы тонем. Не-не-не-не. Отпустите газ. Да? Сам? Сам поедет, сам. Блин. Я не люблю машинку. Вообще нет. Толик потонул. Херня, у меня жопа мокрая. Нет, прямо. Так, сейчас мы его отключим, все, и поедем. А можно что дверь открыть, воду вылить? Да? Едем. Там и снова не выйдет, наверное. Ю! Брак. А может грязь это? Грязь и песок выберем. А почему? Потому что у нас будет сейчас... Не должно же так быть? Ты дверь до конца закрыл? Ну да, двери закрыты. Двери она закрыты, там есть в дверях специальное отверстие, через них, скорее всего, затекает. Приехали куда-то наш, копчегай. Салон помыть. Салон помыть.
Машина практически не буксует в песке. Система не дает. Так. Здесь мы поедем на кроул-контроле, только чуть-чуть подъедем поближе. Опять же включим кроул-контроль, и машина сама поедет. Будем смотреть по мониторам. Какой по мониторам только? Все, отпускаем тормоз. И руль ровно держим. Вот теперь руль ровно держим. Точно вообще. Ровно. Вот так, правильно, да? Держу. Да. Не надо руливать. Не надо никуда рулить влево-вправо, потому что машина иначе соскочит. А вон пальцем садись. Смотрим на камеры. Желтое — это направление наших колес. Голубое — это ограничение, где кончается кузов. Здесь мы проверяем диагональную развесовку автомобиля. И система Traction Control совместно с системой Crawl. Я правильно держу, не надо? Да, ровно руль держим. А то мне кажется, как будто она сейчас шлепнется. Здесь мы проверяем ходовку и систему KDSS. О, кузов зашумел. Нет, это притормаживает машину. Это ABS так? Это работает система ABS, антиблокировочная система, антипробуксовочная, все вместе. Все, отключаем и едем дальше. Там сейчас дальше будет змейка. Посмотрим, насколько такая громадная машина, рамный внедорожник, устойчив на дороге. Вот видите, между конусами. Между конусами нужно. Между так вот? Змейкой. Большая машина, внедорожник, достаточно устойчивый на дороге, как на асфальте, так и на бездорожье, так и можно поманеврировать им. Ну, там. Здесь также опять же работает система KDSS и ходовка. Все? Все, едем прямо. Фольклер, там туда, туда. Теперь к флажкам. Надо быстрее говорить. Так, там что-то еще, что-то такое, что страшно, да? Ну, здесь будет, туда поближе к нему прям подъедем. Здесь мы будем спускаться на кроул-контроль, посмотрим, как он работает. Эй, Толик, не, я все, короче, выхожу отсюда. Да давай, что ты? Смотри туда. Давай, не боись, нормально, машина сама. Вот оттуда мы спускались. Машину. А может, не будем спускаться? Нет. А, слава богу. Машина тебя сама вывезет, тут все эти. У меня там ребенок гуляет. Здесь мы также будем просто подруливать. Отпустите тормоз, газ, машина сама спустится, сама поднимет. Мы посмотрим, как кроул-система работает и вниз, и вверх, то есть передом и задом. Очень хорошая система. О, смотрите. Давай, не бойся, она там даже тормоз жать не надо, она сама будет. Вы отпустите главный тормоз. Все, ничего не жми. Тормоз, система отключится. Ничего не жми вообще. Монитор подглядывайте, куда ехать. Да. Не жми просто сама, видишь, машина все поехала. Потихонечку едем. Машина сама едет, сама спускает. Какой тут крем? Здесь больше 40 градусов, 60. Теперь останавливаемся. Тормозим. Все, остановились. Включаем заднюю передачу. Секунду. Еще и заднюю передачу. Мы проверим ее, как она ездит назад и вперед. Она едет не только вперед. У тебя руки дрожат, Евгешка. Да я знаю. Я дрожу, поверь. Я просто висю на ремне, если в чё. Поэтому я вам и говорил, пристегнитесь. Ну да, а то выпал нам в лобовик набирать. Вышел в лобовик. Давай назад. Все, отпускаем тормоз. Просто отпускаем тормоз и держим руль ровно. Ровно руль. Все. Не тормозим. Она сама едет, да? Она сама едет. Машина едет. Вот моя нога, вот она. Смотрим в камеру, куда она едет. Руль ровно. Руль держим. Ну, вот так вот крен видно какой, да? Видите, она поднимается. По горизонту. Все, тормозим. Переключаем опять на D. Отпускаем тормоз. Просто отпускаем тормоз. Едем вниз. А что у тебя руль спотел? Поверь, у меня и зад спотел. Полностью автоматически контролирует обороты двигателя, тормозную систему, коробку. Ползущий режим. Ну, фактически, да, ползущий режим. Но когда есть сложные какие-то вот такие вот препятствия,
трассы система безупречно работает, и это очень хороший помощник. Здесь останавливаемся. 5. Ну, как бы крен побольше, да? Там был крен поменьше. Отпускаем тормоз. И мы можем убедиться, что она даже... Че, ладошки вспотели? При таком крутом спуске, угле, все, отпускаем тормоз, и она не нужна. Надо ее почки не, не газуем. Я не газую, ничего не делаю, она сама. Че, ты прадик будешь брать? Ровно. Все, тормозим. Офигеть. Че, едем вперед. Сама, да, она едет? Сама. Да, сама. Просто отпускай. Просто отпускайте тормоз, убираете ножки, спокойно, просто рулите. Просто? Просто рулите, да. Выбираете себе направление, включаете систему, и машина вас сама везет. Даже поставить пятую скорость, машина все равно больше там 2-3 километров в час не разгоняется. Сама контролирует ситуацию. Зачем в городе на таких ездят? А? Как зачем? Они в городе ездят. Они не ездят в такие места. Ну, не каждый. Почему? Ведь... Помнишь вон тот Lexus GX, который. Здесь мы отключаем Crawl Control. Включаем. МТС у нас включено. Выбираем здесь крупные камни, а у нас режим стоит. И все, и начинаем ехать вот вправо. Попытаемся развернуться. Здесь, получается, проверяется система, которая стоит на крузаке. Прямо вправо, до конца, до конца. Газуем, газуем, газуем. Давай, пошел. Что-то упало. Вот здесь крузак на месте разворачивается. У него электронная система, которая позволяет развернуть машину практически на месте, как у гусеничного трактора. Все в зависимости от того, куда вы поворачиваете, влево или вправо разворачиваетесь. Внутреннее колесо зажимается, тормозит, и машина вокруг своей оси разворачивается. У прадика такой системы нету, к сожалению. Мы попозже на крузаке поедем. Да. Я с тобой не поеду. Почему? Все, мы едем дальше. Да мне хватает. Че, все что ли? Одного круга, да, здесь. Пот кончился? Это еще не все. Это только начало. Самое интересное все впереди. Машина с дорогой справляется отлично. Минимум болтаний, максимум комфорта. Ну как? Да. Ну, особенно за... не знаю, в тот же самый Lexus и попробуйте здесь проехать. Я на нем не поеду. Ну, мне его никто не купит. А, туда, все правильно. Здесь опять же будет система, здесь это развесовка автомобиля. Электроника не дает, ну как зубы целые? Зубы целые останутся, а стекло разобьется. Но система не дает буксовать автомобиль. Опять на круг? Нет? Да. Все, отпускаем. Все, все, отпускаем тормоз. Она сама? Она сама поедет. Я не понимаю. Пусть готовить он не умеет. Если бы умел бы, я бы на нем, наверное, женился. Я тогда другой потом вопрос пошел. Пошли к себе. Заворот, да? Да, будет заворот, так же будет. Но для этого здесь стоят камеры, чтобы подглядывать, куда мы едем в сложных ситуациях. Очень удобная вещь. Вот а камера же по камере вылетела, и все, и ты вот так вот. Ну, он же не вылетел, камера показывает. Это пока.